признание вот Сергея Любавина, который сегодня у нас находится в гостиной студии радиостанции «Август». Мы выяснили, что Сергей только что из Димитровграда, там он давал концерт. Сегодня концерт в ДК ИТ у нас в городе. Да, в ДК ИТ, дорогие друзья, всех приглашаю, поскольку не часто приходится приезжать в ваш замечательный город, и я думаю, часто так не получится. Поэтому все, что собрано за долгие годы, и особенно вот эта программа новая, которая записана симфоническим оркестром, Сергей Сергеевич Скрипка помогал там, ну и много очень сюрпризов будет на концерте, таких позитивных, положительных, поэтому ну, по опыту Димитровграда, я думаю, все понравится. Ну, насколько часто вы у нас в гостях будете, это зависит от нашей публики, потому что очень часто, даже в эфир радиостанции «Август» и лично к Владимиру Мирсону, который организовал ваш концерт сегодня в городе, обращаются люди и требуют: хотим такого-то артиста. И тут деваться просто некуда. Владимир Мирсон некоторых артистов по два раза в год привозит и полные залы собирают. Дай бог, чтобы так было, да. Есть вопрос к вам в СМС-портале. Здравствуйте, какие у вас планы после Тольятти? Вот Виталия сообщение. Завтра у нас Пенза, потом у нас Саратов, потом у нас практически каждый день, потом у нас Ульяновск. Так получилось, немножко нелогичная география. Ну, это связано с дворцами культуры и их датами. Ну, не всегда дату дают такую, которую нам нужно. А потом, значит, какие-то города Подмосковья, и потом уже в Новый год мы выходим, какие-то моменты, и небольшой такой кратковременный отдых январский, в конце января опять за работу. С 1 по 10. Ну что ж, в любом случае, удачных вам гастролей. И у меня, кстати, был заготовлен вопрос. Вы часто гастролируете и по многу. В одном из интервью прочитал, что где-то бывает 10-11 месяцев на гастролях находитесь. Семья скучает. Ну, это сильно сказано, 10-11 месяцев. Это ваши слова из интервью. Может быть, журналисты что-то приврали. Возможно. Насчет семьи, конечно же, есть такой момент, но повезло очень сильно с тем, что моя супруга работает вместе с нами, она наш продюсер, вот, и поэтому каждый день мы на телефоне общаемся, вот, и это дает тот позитив, который и положительные эмоции, которых не достает при вот личном таком кратковременном общении. А были ли такие случаи, допустим, вот отговаривали вас домашние: Сереж, может, откажешься от концерта в родном Новосибирске, и давай, может быть, какой-нибудь праздник отметим дома? Такого не было, поскольку в родном Новосибирске, в частности, это и является тем, что каким-то положительным моментом для моих друзей, которые именно живя бок о бок там десятки лет, не встречаются, но приезжает Любавин, они собираются, встречаются, сначала концерт. Хорошо, неудачный пример. Да, другой, да, город любой. Ну нет, скорее всего, концерт — это цементирующий такой фактор, когда люди собираются, слушают с удовольствием, а отдых и все остальное — это уже, может быть, приходится на какой-то свободный день. А как вы обычно отдыхаете? Сложно сказать, как отдыхаем. Ну как нравится? Есть какое-то, может быть, хобби, увлечение, горные лыжи, либо пляжный отдых? Вот, лето — это 100% пляжный отдых. А зимой, ну, какие-то здоровые моменты — это баня, может быть, рыбалка, вот так вот. Вернемся к вашим песням. Я попрошу сейчас представить следующую песню. Да, это будет дуэт с Татьяной Булановой. Песня называется «Цветок». Ну, ее лучше послушать. Ну, и немножко, может быть, рассказать, вот как работалось сразу с Татьяной. Татьяна работалась и работается замечательно. Эта песня, наверное, стала гимном и в Санкт-Петербурге, особенно почему-то для силовых структур. Я не знаю, почему, может быть, потому что если там слова не сойдутся, Москва с Невой. Что они в этом читают и видят? Но на самом деле песня лирическая про любовь. Песня про любовь, и много сегодня будет песен про любовь в ДК ИТ на концерте Сергея Любавина. У вас есть еще возможность приобрести билет и оказаться в хорошей компании, в отличном зале ДК ИТ на концерте Сергея. Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.
Не сойдется Москва с Невой, нежной девочкой севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струк